привет! С вами снова Ильнар и очередной видеоурок по Final Cut Pro на русском языке. Сегодня я расскажу вам, как восстановить баланс белого в вашем видео. Делается это очень легко с помощью известного вам уже видеофильтра Color Corrector 3-Way. Как это сделать? Вот у меня имеется видео, где повар делает пиццу, вот оно все в разных тонах. Я хочу восстановить более натуральные цвета, и как мне это нужно сделать. Делается это очень легко. Жмем эффект, вот он у меня уже выбран, Color Corrector Freeway. Жму его, крайний щелчок, все, вот выбрал, Color Corrector. Вот. В палитре Whites есть вот такая вот пипетка под палитрой. Выбираем ее и на видео выбираем тот участок, который должен быть белым. То есть в данном случае стол у нас должен быть белым. И жму на любом из участков стола. И автоматически происходит цветокоррекция. И мы уже видим натуральные цвета такими, какие они должны быть. Вот все видео. На этом пока все. И увидимся в следующих уроках. Пока.